Друзі, я думаю, що перед Новим роком дуже багато справ у жінок. Необхідно за усім прослідкувати, і ялиночку прикрасити, і новорічний стіл оформити. Необхідно навіть за собою подивитися, а ось на це дуже часто не вистачає часу. Про те, як швидко, корисно і в домашніх умовах привести до ладу своє обличчя, поговоримо з нашою ранковою гостею. Косметолог Оксана Мігіда сьогодні в студії «Нового дня». Вітаю вас! Добрий день! Очень часто все женщины сталкиваются с тем, что пришла зима, и кожа действительно становится на дыбы. Появляется шелушение, покраснение, кожа очень активно реагирует на мороз. Как с этим справиться и действительно дать ей какой-то живой поток? Совершенно верно. Действительно, и зима – прекрасное время года, но в то же время и холодная температура, перепады температуры, мороз, снег, ветер, дождь – это все большой стресс для нашей кожи, потому что все эти негативные внешние факторы разрушают защитный барьер нашей кожи, а через него очень легко проникают токсины и вредные микроорганизмы. Кожа становится более увядающая, у нее становится более плохой тургор, более тусклый цвет кожи, появляется шелушение, появляется покраснение, кожа становится более восприимчивая и появляются разные неприятные воспаления. А нам же, девушкам, очень хочется выглядеть прекрасными снегурочками, а не бабками-ежками из сказки. Поэтому я рекомендую всегда всем женщинам кожу зимой защищать. И мы это можем прекрасно с вами сделать при помощи питательного крема. Какой крем необходимо выбирать, каким он должен быть именно для зимнего периода? Потому что, действительно, я сказала питательный крем, а их очень много. И как понять, где питательный, где увлажняющий, где летний? В питательном креме содержится намного больше в составе жиров и масел. Тем самым он такой более плотный, более жирный, и он защищает нашу кожу от внешних раздражающих факторов. Питательный крем зимой мы наносим за полчаса до выхода на улицу. Но я всегда всем девочкам говорю, женщинам, когда вы покупаете косметику, читайте, пожалуйста, состав. Что написано в составе. Если в питательном креме будет написано в составе минеральные масла, там будет написано минерал ойл, ни в коем случае не покупайте данный крем, потому что минеральные масла — это продукты нефтепереработки. Они очень вредно влияют на нашу кожу, потому что именно этот состав, он пленочкой ложится на нашу кожу, тем самым закупоривая все наши поры. Вроде бы мы как влагу и не теряем, мы ее сохраняем, но в то же время, совершенно верно, кожа не дышит, а кожное сало. Девочка была с проблемной кожей, да? Тем более кожное сало, оно должно регулировать, оно должно своевременно выходить на поверхность, а когда минеральные масла закупоривают поры, тем более... Создается парниковый эффект. Совершенно верно. Хотелось бы у вас теперь уточнить по поводу питательного крема для разных типов кожи. Вот вы сказали, что есть проблемная кожа. Вот для проблемной кожи и для сухой абсолютно же разные кремы нужны? Нет, здесь мы берем именно вот зимой, мы пользуемся питательным кремом. Даже девочкам, у которых жирный тип кожи. Но в то же время, если вы считаете, что вашей коже не нужен питательный крем, вы ошибаетесь. Он нужен. Нанесите его за полчаса до выхода на улицу. Но затем походите с ним минут 10, а затем салфеткой как бы просушите свое лицо, и то, что не нужно коже, она отдаст это салфетке. Отлично. А возможно, какой-то еще уход, вот когда мы напитали нашу кожу, как убрать ненужное шелушение, покраснение, как ее подлечить? Конечно, есть много домашних уходов. И именно сегодня я для вас приготовила несколько таких полезных рецептов, сюрпризов, домашний уход, которые вы можете прекрасно сделать вот в последние дни перед Новым годом для того, чтобы освежить свое лицо, омолодить его. Ну, давайте начнем с того, что всем нам нужно делать очищение. Утром, вечером мы всегда с вами умываемся. Сухая кожа, молочко, пенка и нормальная кожа. Жирный тип кожи мы умываем гелем. Как вы можете дома очистить свое лицо вот перед маской? Если вы ходите к косметологу, вы знаете, что косметолог всегда сделает скрабирование для того, чтобы отшелушить верхний слой эпидермиса, роговой слой, чтобы убрать роговевшие чешуйки, которые склеиваются и закупоривают ваши поры. Как сделать вот этот скраб, который будет действительно полезным в домашних условиях, действительно нетрудоемким? Все элементарно просто. Я думаю, вы все найдете у себя дома овсяную... Овсянку. Овсяночку любят все. Конечно. Берем жмень овсянки. Вы можете как молотую, так и просто овсяные хлопья взять в жменьку овсянки, поднести под струю теплой воды. Вы почувствуете, как овсяные хлопья набухнут.
Затем это перемешать и начинать умывать свое лицо. Через 1-2 минуты вы почувствуете, как овсянка начнет мылиться, и тем самым вы получаете дома сделали домашний скраб. А вот по поводу масочек, вы сказали, что скрабирование у нас перед масками. Сейчас да. очень популярные есть салициловые маски, но к ним некоторые люди относятся с осторожностью, потому что боятся немножко ожечь кожу, а некоторые действительно переусердствуют. Хотелось бы от вас узнать, как правильно их употреблять, наносить на кожу, и какие действительно маски полезны салициловые? Салициловая маска – это одна из любимых масок в домашнем уходе у моих клиентов. Вам понадобится всего лишь таблетки аспирина, это та же самая ацетиловая кислота, несколько капель воды и половина либо одна чайная ложка меда. Вы берете 3 таблетки ацетилки, капаете несколько капель воды, и буквально в течение минуты таблетки разбухнут. Вы увидите, да, что они поменяли свою текстуру. Затем добавляете их в мед, делаете из этого кашицу, и вот эту кашицу вы наносите буквально на 10-15 минут на лицо. Тем самым вы замените механический и химический пилинг. Механический, потому что у нас мед в составе, а химический, потому что у нас кислота. То есть вы дома сделаете салонную процедуру. Но я хочу акцентировать внимание, это можно делать тем, у кого нет аллергии на мед. Вот. А у тех, у кого есть аллергия на мед, чем его можно заменить? Конечно, можно. Загуститель мы можем заменить на сметану. А еще мы можем в эту же маску добавить пару капель эфирных масел, той же ромашки, того же зеленого чая, что больше увлажнит вашу кожу, придаст ей сияние. А вот если не брать достаточно такие агрессивные аспириновые маски, есть что-то такое легкое, которое действительно тоже может оказаться под рукой, но очень благотворно повлияет на нашу кожу? Вы правы, потому что агрессивные маски, они не всем подходят. Это, конечно же, была маска для обладательниц жирного и комбинированной кожи лица, проблемной кожи лица. Но есть и для чувствительной и нормальной кожи лица прекрасные маски, которые вы можете сделать дома. Вы можете все купить обычную глину. Ее очень много в аптеках. Она разная. Розовая, красная, синяя, желтая, черная, белая глина. Я, допустим, сегодня вам привезла показать розовую глину. А хотелось бы немножко уточнить по поводу разных типов кожи, какая глина подойдет. Потому что сейчас, я думаю, телезрительницы просто в замешательстве, что выбрать для своего типа кожи, потому что действительно радуга. Я вас поняла. Конечно, выбора очень много, но я думаю, лучше вам подойти в аптеку и уже почитать, потому что здесь вот всегда пишут, какая глина, для чего и какие у нее свойства, и что она сделает. Потому что это очень долго сейчас рассказывать. А я взяла такую вот нейтральную, скажем универсальную. Так. Да, универсальную. Именно розовая глина, она подойдет для всех типов кожи. Почему? Вообще розовой глины не существует в природе. Это смешивает белую и красную глину. А глина обладает очень многими полезными свойствами, потому что в ее составе есть много микроэлементов: калий, кальций, магний, цинк, железо. Вы представьте, как мы потрясающе напитаем нашу кожу, тем более перед праздниками. Действительно, перед праздниками напитать кожу и подготовить к праздничному макияжу, когда поры действительно потом будут закупорены, это святое дело. Как сделать правильно глину? Масочку из глины. Сейчас два слова. Почему я сказала, что она универсальна? Потому что жирный тип кожи, она подсушит, она стянет немножко ваши поры, закроет немножко и уберет излишек кожного сала. Чувствительную кожу она увлажнит, напитает ее полезными микроэлементами. Делать ее очень просто. Я сейчас вас научу, потому что многие девочки не знают. Вот она вот так продается. Вы берете, разрываете пакетик. Угу. Можете просто дома столовой ложкой. У меня, как у косметолога, есть свои принадлежности для этого. Берете небольшое количество глины. И смотри, тут буквально 2 чайных ложечки. Да. Засыпаем. В мисочку мы засыпаем. Я хочу акцентировать ваше внимание, что глину мы должны смешивать и прохладной водой. Ни в коем случае не теплой водой, потому что она потеряет свои полезные свойства. Угу. Насколько она должна быть прохладной? Это комнатная температура? Комнатная, да, потому что холодную маску неприятно наносить на лицо. Угу. Вот таким образом мы немного добавляем воду и делаем кашицу. Угу. Допустим, у меня больше получилось, воды больше получилось, я могу добавить. Эта масочка, я смотрю, действительно универсальная, потому что переборщить тут с чем-то невозможно. Нет. Если ты положил много глины, просто добавь водички. Конечно. Если с водой переборщил, добавь немножко глины. И вот у вас получилась кашица.
вот эту вот кашицу при помощи... Мы очистили с вами кожу, кожа у нас чистая. Мы сделали с вами скрабирование при помощи овсяных хлопьев. И при помощи вот этой кисти мы берем на шпатель немного глины и наносим себе на поверхность уже очищенного лица. А сколько необходимо держать ее на лице? Минут 15. До полного высыхания? Конечно. Как правильно ее смывать, теперь интересно? Смываем ее просто теплой водой, но, пожалуйста, запомните, что всегда после масок мы наносим увлажняющий крем. Также после ацетиловой маски, которую мы сегодня с вами разбирали, и после глиняной маски мы должны коже помочь и нанести увлажняющий крем. Как часто мы можем делать такие процедуры, как скрабирование, масочки? Допустим, сейчас перед Новым годом абсолютно все делают такую маску. Конечно. А вот в дальнейшем, как часто ее можно повторять? Один раз в неделю. Чаще я не советую. Даже когда у девочек жирная кожа, либо какие-то проблемы на коже, воспалительные элементы, и они каждый день делают скрабирование, это неправильно. Маски и скрабирование полезно делать один раз в неделю, но не чаще. Спасибо вам большое за то, что подсказали нашим телезрительницам, как выглядеть просто превосходно в эту новогоднюю ночь. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. У вас есть еще очень много секретов для наших телезрительниц. А я нагадаю, дорогие мої, що сьогодні до студії Нового дня завітала Оксана Мігіда, косметолог і дійсно друг Нового дня, не перший раз в нашому ефірі, і щодня радуєте нас новими секретами.